Евгений Миронов остается одним из самых загадочных актеров в стране. Поклонники знают все о его творчестве, взлетах и успехах, а вот личная жизнь актера остается тайной. Так, мало кто был в курсе, что у Евгения есть подрастающий сын Петр, рожденный суррогатной матерью. Не так давно стало известно, что наследник Миронова учится в младшей школе. Актер проводит много времени с отпрыском, но старается лишний раз его не показывать. Тем не менее, в сети изредка появляются снимки, где Евгений запечатлен вместе с сыном. По словам поклонников, Петр растет точной копией отца. Светлые волосы, бледная кожа, похожие черты лица. Фанаты актера не скрыли своей радости, когда увидели очаровательного мальчика. Какой уже не сыночек, прелесть. Сынуля на папу похож. Какой хороший мальчик. Другим поклонникам интересно, почему Евгений так и не женился, а решил обратиться к суррогатной матери. А что думаете вы?